Сегодня в этом видео, как и обещала, покажу вам первую обработку растения, которое попадает в дом. Или вы купили его в интернет-магазине, или же просто в обычном магазине. Или, может, кто-то вам ее подарил. Ну, я, допустим, первым делом я вынимаю держатели цветоносов. Потому что, честно скажу, мне не всегда нравятся орхидеи, прикрепленные к цветоносам. Это выглядит как-то неестественно, неприродно. Поэтому я освобождаю орхидеи от держателей. Я уже немножко начала работу над этой орхидеей. Срезала уже некоторые бутончики и веточки, которые уже без цветов. Я не все буду срезать. Некоторые оставлю, потому что это эквестрис все-таки. И он может продолжить или цветение на крайних точках, или же дать детку. Поэтому я крайне аккуратно срезаю просто те. Вот здесь, возможно, еще может распустить бутончики. Вот этот как бы, да, ни туда, ни сюда будет торчать. Вряд ли, чтобы на боковом ответвлении появилась детка. Хотя, все возможно. Срезаю бутончики сухие. Почему орхидея может засушивать цветы или бутоны? Ну, во-первых, стресс. Орхидея перенесла стресс. Ее сначала доставили из Европы в Украину. Конечно, она была закрыта от света, даже воздуха. Сейчас стоит аномальная жара для сентября. Это могло послужить таким. Эту веточку полностью все срежу, тоже ответвление для орхидеи. Во-вторых, тоже уже завял цветочек. Во-вторых, ее могли обработать или от насекомых каким-либо препаратом, или от гнили. Она начала засушивать цветы и бутоны. Так, вот так более-менее привела ее в порядок. Все еще пышненький букетик остается у этой орхидеи. Теперь давайте посмотрим, что у нее в горшке. Корни, грунт, листья, шеи. Возможно, и вы заметили, когда я показывала орхидею, у меня здесь есть желтые, пожелтевшие листья. Ну, это, в принципе, фласочные еще листочки детские. Их можно удалить. Тем более, они, видите, как заглублены в посадку. Очень глубоко, прямо засыпаны корой. Сейчас я эту кору так немножко сыплю, чтобы она не попадала на листья, в розетку. И не причиняла неудобства орхидеи. Ведь влажная кора может послужить загниением шеи. Поэтому лишнюю я ссыпаю. Я вчера говорила, что, возможно, буду делать пересадку. Но потом решила этого не делать. В самом грунте, в принципе, достаточно хорошо себя орхидеи чувствуют. Тут, конечно же, есть торфяной стакан. Но я не всегда спешу удалять торфяной стакан у орхидеи. Я знаю, что он там есть, поэтому поливаю аккуратно по краю горшка, чтобы он не оставался слишком мокрым. Сейчас посмотрим корешки, какие сухие, тоже нужно срезать. И, в принципе, тогда и корни, если не заливать орхидею, корни даже в торфяном стаканчике будут чувствовать себя достаточно хорошо. Вот так вот с поверхности только уберу, то, что мне не очень нравится. Чуть-чуть торфяной стаканчик. Туда прям в грунт, вглубь я докапываться не буду. Вот так вот, вот. Видите, чтобы не были видны корни. Вот листочек этот уберем. Тем более он начинает желтеть. Ну, желтеет он нормально. Даже, наверное, вот этот тоже уберу, он тоже начинает желтеть. Там паутинка. И сейчас мы будем обрабатывать орхидею. Да, такого у меня еще не было. Посмотрите, я вместе с листочком вырвала цветонос. Прямо полностью. Или он уже был обломан? Скорее всего, он уже был обломан.
и держался только на листочке. Печалька. Ну ладно. У нас остается еще 4 цветоноса. Остатки листочков. Возле шеи обязательно надо убрать пинцетиком или пальцами. Как вам удобно. С этой стороны я тоже уберу этот листочек. Хочу посмотреть шею. Что-то мне тут не нравится на шее. Какая-то чернота. Беру еще один листочек. Листья нормальные. Вот этот лист уберу. Да, он даже не думала, что окажется так все сложно. Казалось, все даже очень хорошо. Видите, вот здесь вот основание листа. Вот он как бы и держался, да? Но здесь вот уже такая чернота пошла. Ну, запах нормальный. Корни в самой посадке еще достаточно влажные. В принципе, поливать как бы ее не нужно. И грунт тоже я пробовала, он такой влажный еще. Но ее, конечно же, нужно обработать от насекомых вредителей. Видите, я сыпала грунт верхний. Листья оборвала, и она стала качаться. Хотя в самом грунте она хорошо закреплена. Я сейчас обработаю ее от насекомых, а потом просто сверху закреплю ее крупными кусками коры. Сегодня я буду использовать такой препарат ТПЭКИ от насекомых, вредителей. Тут, в принципе, у него широкий спектр действия. Он защищает и от трипсов, и от щитовки, и от клеща паутинного, ну и других тоже насекомых, тля, белокрылка, цикадки, долгоносики даже. И, здесь от трипсов 3 грамма разводится на 5 литров воды. У меня 1 литр воды, это значит, мне нужно взять и разделить этот препарат на 5 частей, взять пятую часть этого препарата. Теперь я возьму, можно, конечно, опрыскать растения, но я возьму и протру так вот все листочки этим препаратом, а потом немного пролью под корень. Посмотрите, какие красивые у него листочки. Я делаю перчатки, потому что все-таки это ядовитое вещество, класс опасности 3. Так хорошо протру везде, чтобы в пазухе попадало. Даже нужно цветоносы так определить. С внутренней и с внешней стороны. Очень красивые листья орхидеи. Даже, наверное, без цветов она будет выглядеть очень красиво. Стоя на подоконнике или на стеллаже. Хорошо пазухи нужно протереть, потому что насекомые очень любят откладывать кладки и сами прятаться именно в пазухах. Сейчас протру тоже шею. А потом все-таки засыплю шею корицей. Так, хорошо вот у меня. Немного пролью, хотя она не нуждается в поливе, но все-таки я немного пролью эту орхидею, просто для того, чтобы она получила еще порцию яда от насекомых через корни. Так, совсем чуть-чуть я пролила, только для того, чтобы тоже и грунт, и корни напитались этим составом. Теперь я хочу шею просыпать корицу. И, кстати, пазухи я тоже засыплю корицу. Корица еще будет одним как бы таким действующим веществом, которое будет защищать орхидею от насекомых, потому что насекомые не любят такой резкий запах корицы. Так, вот там, где мне не понравилось черное,
тем более очень хорошо к влажной шее, которую мы притерли, корица прилипает. Она ее так и подсушит. Еще и засыплю пазухи тоже. Кстати, я слышала от орхоблогеров, что корица также стимулирует появление корней и деток. И цветоносов, кстати, тоже. Я очень давно уже применяю корицу на своих орхидеях. Конечно, это не я сама придумала. Я где-то услышала этот способ. И им пользуются очень многие блогеры, которые разводят орхидеи и не только на наших просторах, но и в Азии, в Америке, в России. Вот так вот. Очень-очень-очень сильно засыпала все корицей. А теперь я хочу укрепить орхидею, чтобы она не шаталась крупными кусками коры. Так просто сверху. И уголь попался. Уложу кору, чтобы удерживать ее в грунте. Это будет и красиво выглядеть. Большие крупные куски коры. Корни держатся. Ну, вот и все. Первые такие действия с этой орхидеей мы с вами сделали. Еще тут цветочек сухой, тоже его уберу. Хочу поближе сейчас еще вам показать цветочки этой орхидеи. Они не крупные. Сейчас возьму линейку. 4 сантиметра в диаметре. Ну, и квест обычно так и есть. Сейчас сниму телефон, приближу, чтобы показать. Они, цветочки, имеют такой нежный окрас. Очень нежно. От колонки, которая такого фиолетового цвета, да, сиреневого цвета. И от этой сиреневой колонки лучиками идут тонкие веночки такого же сиреневого цвета, превращая белые лепестки в такие нежно-розовые. Кстати, она, эта орхидея, немножко ароматит. У нее такой нежный цветочный аромат, свежий. К цветочному аромату добавляется еще запах свежескошенной травы. Очень нежная орхидея. Такое облачко. Если бы действительно все цветочки распустились, не засохли бутончики. Это было прямо такое вот большое-большое облачко на 5 цветоносах, если бы я еще один цветонос не выдрала. Но мне кажется, все-таки он уже был. Он уже тут сухой. Он держался просто листочком. Видите, он уже сухой. Был уже сломан. Возможно, при упаковке орхидеи сломали этот цветонос. Поэтому цветы еще держатся, не высохли полностью. Ну, а на этом я буду заканчивать свое видео. Пишите ваши комментарии. Может быть, кто-то узнал сорт этого эквестриса и знает точно его название. Я буду очень рада прочитать ваши комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока.